6 числа по 18 у меня нет интернета. Мастера сказали, что нужен модем. Вот я уже, наверное, минут 10 жду, когда меня соединят со складом, чтобы узнать. Вот я слушаю музыку ростелекомовскую. А тишина. Никто не берет трубку. Мало того, я прослушала робота, пока соединились с оператором. А сейчас вот я слушаю музыку. Ой, Господи, положить трубку не хочется, опять выслушивать этого робота. Такая тугомотина вообще с этим Ростелекомом. Шестого числа по 18 это уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12 дней нет интернета. И модем не могут завести. Так что вот так жду, когда соединят со складом.